Говоря о том, как все должно быть, многие люди рассказывают, как тяжело было на начальном этапе и как они стали интернет-гигантами на более позднем этапе. Но не хватает ли в этом процессе оптимизации? Подумайте об этом. Когда я все еще развивался на начальном этапе, в детстве, Google получал большую часть своих преимуществ. Он сделал здесь очень красивую вещь. Ты знаешь, что это? В то время Alibaba заполнила и оптимизировала многие продуктовые отношения, увеличив количество с сотен тысяч до миллионов, а затем до десятков миллионов. Это привело к тому, что большинство контента, который иностранные пользователи находили в поиске, состоял из страниц Alibaba, что позволило большему количеству иностранцев узнать, что через эту платформу можно купить китайскую регистрацию. Это привело к тому, что трафик стремительно рос. В этот период многие китайские компании начали работать на темных платформах, осуществив переход от бесплатной модели к платной, а также благодаря безумному расширению рынка железной армии Alibaba, так что развиваться было очень сложно не захотеть, понимаешь?